на GoPro. Я снимал его вот на такую вот камеру. Нет, это не реклама. Мне просто прислали эту камеру и сказали: а можешь, пожалуйста, сделать на нее обзор, и мы тебе заплатим. Я говорю: окей, только я буду говорить то, что я захочу. Только правду. Много кто мне писал: Мишаня, почему ты рекламируешь уже 2 года GoPro, а GoPro тебе не платит? Ты продался, и мы отписываемся от тебя. Чего? GoPro действительно мне не платит, хоть я снимаю на нее уже 2 года. Мне заплатили, чтобы я просто сделал обзор. И сказали: можешь сказать, что это говно, если оно действительно говно. Потому что вы знаете, что я не соглашаюсь на рекламу, в которых нужно говорить только хорошее. Перед тем, как смотреть новое видео... Так, обзор, поехали. Эта камера идентично похожа на GoPro внешне. Качественная съемка при расширении 1080 на 60 кадров в секунду. То есть вы можете замедлять свои видео точно так же, как в GoPro. Стабилизация на скоростях и тряске, как вы видели, я снимал с груди, очень крутая. Может, даже лучше, чем в GoPro. Но минус, чем хуже, чем у GoPro, то, что угол обзора меньше. Если ты снимаешь с груди или шлема, GoPro больше захватывает. Поэтому GoPro мне больше нравится, если снимать с головы или шлема. Но если просто снимать с руки, эта камера даже чем-то лучше, потому что она передает более реалистичную картинку, как на фотоаппарате. Она ничем не реально не отличается от GoPro, но цвета в GoPro мне больше нравятся. Но подписчики написали, что им нравятся больше цвета с этой камеры, и контраст, цветность и так дальше. Картинка, в общем, с этой камеры. Мне GoPro лучше, но если учесть тот факт, что GoPro стоит 30 тысяч рублей, пусть 25 на русские деньги, моя GoPro стоит, то это стоит 9 тысяч рублей. Здесь есть экран, как GoPro, и можно смотреть то, что ты снимаешь, и не обрезать кадры. Это очень большой плюс. Жаль, я обрезал, потому что меня некому было снимать, я поставил наугад камеру, и в одном кадре я обрезал за себя. Но если у вас есть оператор, он сможет смотреть в экранчик и круто снимать вас. Если знать, что GoPro в 2,5 раза дороже, как-то стыдно сравнивать качество, а оно почти идентичное. Оно намного дешевле, намного. Я бы взял GoPro, но если бы мне не хватало денег, я бы выбрал эту камеру. Я смотрел много экшн-камер моих друзей, других производителей, не буду их называть. И за такие вот деньги все уступают качеством этой камеры. Это за свои деньги круто снимает. Поддержка на русском языке, сайты, паблики и гарантия на 12 месяцев. Аксессуары и всевозможные комплекты, крепежи, все в наличии. Вот такая коробочка мне пришла. А если вы еще укажете промокод Мишаня, вам сделают скидку 500 рублей. И в этом месяце действует акция. Если же вы живете даже за 3000 километров или не знаю, где-то в шо, то вам бесплатная доставка на дом. Очень круто, что бесплатная доставка по России, так что пользуйтесь этим. Сами производители говорят, что вы можете купить вместо GoPro 3 таких камеры и каждый год просто ее выбрасывать. Ты можешь купить эту камеру на 1 год, если выйдет более совершенная и лучшая модель этой камеры или какой-нибудь другой, например, GoPro, ты можешь взять ее. И тебе не нужно покупать на несколько лет вперед камеру дорогую. Покупай дешевую, разбивай, ломай и покупай новую. И не трать особо денег. Вот. Эти плюсы. В общем, плюс большой, что она очень дешевая и очень круто снимать за эти деньги. Конечно же, я бы лучше доплатил, взял бы дороже что-нибудь, но если у вас нет денег, это лучшее, что можно купить. Болят. Были деньги, я потратил все на еду и забыл купить мазь. Если придется катать как есть. Нужно их разорвать сейчас. Растянуть кожу, чтобы потом не болело. Йоу. Чувак разбортировался. Прямо на дороге, жестко. Manual rail ride. I've been the cell. Ладно, потом. Здесь все в туалет ходят, надоело, свиньи. Блять, стекло.
Сейчас будем разрывать рану. Привет. Покажи. О, покажи. Фу, лох. Да. Не, нормально. Не, нормально. Я думал, ты лысый, я лох. Да не, я лысый не стыжу. Ебать, классно, тебе так подходит. Да? Да, четко. Нормально. Тільки десь похоже на самий клас. І тепер давай спула. Пацани, можна одне питання на камеру? Яке питання? Що ви бухаєте, коли катаєтесь? Це вам буде мішати. Помагає. Сьогодні, друзі, я вам покажу на собі, зачем вам нужны заглушки в руле. Нужно катать заглушками в руле. Я только что сделал бар на нормальной высоте скорости, вот так вот. И так и упал. Ну, не сделал бар, передумал. Заглушки спасли бы от этих царапин. Идем снимем теперь бар нормальный, хорошо? Короче, три трюка. Тепер на більшість. Ще раз. Заглушки надо поставить. Учу Леху, малого стритера, прыгать в трейлы, чтобы был техничный малым. О, свеча. Я снял один кадр неудачный, и через месяца 2-3 покажешь идеально, как прыгаешь. Хорошо? Как прыгаешь? О, все добро. В руке. Здесь и здесь. И мне очень больно, некомфортно держаться за руль, поэтому я неуверенно делал барспин впоследствии. Вот последствия из-за этих ран. Рассказал Лехе вжиматься. Уже добро. Че ты ногу скинул? О, остановитесь. Будешь катать на трейлах, всю жизнь будешь техничным стритером. В общем, мы поссорились, как всегда, с Таней. Ну, точнее, мне надоело то, что я ее должен обо всем просить и напоминать. Мне нужна помощь при готовке кушать. Что вообще мне нужна помощь? Она сидит в телефоне, думает о себе, а потом она обиделась еще, что я сказал правду, что она ленивое видео. В общем, мы с ней месяц не общались, но мне нужна ее помощь. По монтаже жести я ее позвал, хоть я сильно зол и обиделся на нее, но я через свою гордость, чтобы сделать для вас фильм, позвал ее только что. Сейчас мы встретимся. Я хочу ей сказать, что это меня девушка ногтями поцарапала на груди, и сейчас вы видите ее реакцию. Действительно, в общем, чтобы вы понимали, в лет 13-14 я влюбился в девушку, с которой мы один раз погуляли, и я 4 года ни с кем больше не виделся, не встречался. Мы даже с той девушкой не целовались, ничего. Вот, чтобы вы понимали. И хоть мы вместе с Таней не общались, у меня бы не было девушки никакой. Алло? Короче, у меня не может быть девушки никакой. Я если встречаюсь с кем-то, значит с кем-то одним. И, в общем, сейчас посмотрите реакцию. Скажу, что у меня, типа, была девушка вот за этот месяц. Какая-то другая. Рик не встречалась сразу в платье. Я не в платье.
ну, в юбке там. Ну, короче, ты за 4 роки так надевалась? Ні разу. Бо я тільки недавно це все купила і ждала, поки стане тепло. Так, да, ти 4 роки, коли було тепло. Коротше, тоді оділася, як мені подобається, коли ми зустрічаємося. Все ясно. Ти показала, що ти скажеш. Ну, так. Да. Стало тепло. Я не, скажу, я не тепло сказав, але забудь. А що ти сказав? Я сказав. Було тепло? Натерло. Там. А, натерло. Да, там не важно. Шишу? Не важно, ну, не хотів показувати. Дитка на тому. Ні, просто ми тут. О, блін, а що це таке, де ти падав, пусти? На велику впав. Я нічого не думав. Серйозно на велику впав, не віриш? Я вірю, чи це не вірю? Ну то і все. А що ще може бути? Привет. Та нічого не може бути, на велику впав і все. Чому ти не віриш? Здається, кот підходить під плаття і спідниці. Та які котки. Тут такі очі зелені. Дві кіски на моєму дні рождення. Чорний ще. Назвати якось, що мало і грається з гранатою. На скейт-парку чи щось таке. Ти кажеш, о, де ігрався, можна назвати. Я така кажу, о, точно. Але ідею подала я. Так що, якби не я, то не мав. Не мав. Ну, без... За счет цього відео, по суті, бо... Да, за счет цього відео. Ну, я не можу тебе брехати, це на велику подарся. Що, ти на відео вже починаєш приколи гнати? Ні, я не. Вона мене подарила, але нічого такого не було. Ну, серйозно. Було, але не... Ну... Тільки що подарила, чи що? Ну, не тільки що. В чому? В чому? Ну, просто. Типу так, для приколу. Просто для приколу почала тебе нерти? Да, просто подарила. Ясно. Не обіжайся на мене тепер, щоб потім не було претензій, що ти опять мій не пред'являла, нічого не злилося. Мені все одно ж сказала. Ти так на камеру, сама зла не робишся. Ні. Ну, кажу, я тобі ще без камери сказала, мені все одно, що ти скажеш, мені чи не скажеш. Ладно, ти що сказала? Ти що на велику впав? Ти погано реакція. А що ти хочеш, щоб я скандал зараз да. Відео справив? До чого пишу, бо ти подійшла цифра фліпу Рудика. Капець. А ти що Рудик? Рудик коробки картонні, що з магазину збираєш. Йой! В коробки перегинь. Добре? Я не достаю до нього. Я відкрив окно і запустив к нам хруща і мотилька. От я ловлю мотилька, а Таня хруща. Я хочу... От он не нужен, щоб на голову падали цілої ночі. А хрущ то нормальний, можна з ним тусити, тусуватися. Хрущ не йде. Хрущ в потолок. Не ходи тільки. Ох, щось поджариться. Надо його... О! Він такий... О, блін. Він такий активний. Я їх зловила хруща для кульки. Він трошки політав. Ну не розчави його. Ти так сильно руки. Чуєш? Його надо акуратно. Давай світло виключи просто і все. Я не сильно. Чуєш, він зараз не буде так стривожений. О, бачиш, він сів. Так. Все, тільки світло виключи, він сів сразу. Все. Є? Так. Це не світло вони, бачиш, так? Розумно так. Було. Тільки ти його не вбий, добре? Хрущ. Він такий великий. Ах. Я щось роблю. Що, будеш спати з хрущом? Я тобі в постелі не буду, що я злякаюся. Він знову злетів. Зараз світло виключу. Світло виключу. Все, не знаю, куди він. Зараз мені ще волоси сів. Ох, як, блін, розбився, походу. Ти чув, як він впав? Ні, я думаю, що я включу. Він дуже сильно впав. Йому капець. О, не роздави його. Він десь там злетів. Там? Да. Стол. А як він туди? А, він запав за стол. Бідненький розбився. Ні, я тут. Ми тут стоїмо? Так, давай. Він живий? Так.
Да, пускай. И закрываю окно, и ещё всё. Выкинь мне лапки двойни. Ну. Ну. Давай мотли крють его заберем звідси. Мотылька. Ну, мотылька. Ну. Я трогаю, я брав хрущів. Ну, трогаєш. Добре, давай, давай. Запускай його. Ну все, пускай. Запускаю, Феліс. Давай звідси буду знімати, добре? Де? Чому? Щоб на підписчика більше було. Не знаю. Давай його запущу, він злотить. А може не злотить. Давай його на ніч вкриємо в коробок спічний, положимо і вкриємо одіялком якимось маленьким звати. І подушечку зробити. Дай, можемо подушечку зробити. Ні, в труси ні, не треба. В трусах щас це, після твого відео в мене тут те, що робиться. В трусах, ні. А, ну не треба, тільки не в труси, то в мене моє лічне пространство. Так дуже це. Інтимне. Так, да, воно таке, знаєш, типу. Інтимні діла. Звони цього мотилька забери, будь ласка, я його боюсь. А ти бачиш, ти стрикоза? Стрикоза. Ну, вона велика була. А я не велика була. Мені треба на щось встати. Та, встань на щось. Тільки не впади, це дуже, знаєш, як вона дергається, ця кришка. Так, да, провір. І не спирайся на телек, бо скинеш. Ой, я відео буду знімати, скинеш плазму мені, на яку я збирав 3 роки гроші. Він неустойчивий, цей стул. О, я якраз сняв нормально. Так, нормально. Ну так, ти весь сняв. Алло, Санёк, привет. Привет. Блин, нет вырубил, немає як зв'язатися, добре, що позвонив. Я вчора дзвонив, ти не брав трубку. То я вже, може, спав. Ну, може бути, що там? Бо я пацанам сказав, всі Люльчик і Люха Бродський питають, що, на скільки годин, де Саня, що там? Ні, спасай я. Коротше, ти казав, що Льоша зможе під'їхати, то треба з'їздити на Млинівську, там, якщо що, зразу купити. То мені треба було, щоб ти договорився зі мною ще вчора про це, бо я з ним навіть йому не дзвонив, я думав, в тебе вже все порішено. Вчора тупо цілий день без нету, вже сьогодні немає, вроде не зробити. Надо було набрати мене звідкись, бо хоча б маякнуть, бо я навіть не знав, чи ти, я думав, ти все порішав, я ніколи не питав за коробки. Ні, та я типа за це, мені сказали Димона, просто треба поїхати забрати, купити. А, забрати поїхати? То треба зараз дзвонити мені питати тоді. Ну ладно, давай. Подари собі сіськи, почуть. У мене рани на пальцях. Вот. Холодильники пусто. Як завжди. Но у мене є підписчики, у мене є ви. Спасибо вам за це. Ви піднімаєте моє настроєння. А ще я помирився з дівчиною, вона мені купила їсть. Хочу поблагодарити вас за підтримку. І тепер, коли я з утра встаю, я вже не в такому відчаянні, як раніше був. Спасибо вам, підписчики! І Тані за це бутерброд. Ну я твою реакцію просто сняв, як ти улыбнулась. Я сняв, як ти улыбнулась, реакцію, і все. Ти що, я тебе взагалі, я тебе не люблю цього, розумієш? Ну чого ти кричиш, я як твою улыбку сняв іскренню? Ну то ж не... Ти пустиш, щоб люди сміялися, чуть люди вже так казала, срачі показує свої. Ну, мам, дивись відео. Подивилась, да? Я назву не знімаю. Реакцію моєї мами. Тільки що случилось то, що должно було случиться несколько лет назад. То, що скривалось і пряталось. Давай сюди. Моя сестра зарегістрировалась в Ютубі. Читай. Читай вслух. Сестра моя пише мені. Сестра? Так, да, сестра в Фейсбуці, читай.
Я тебе просто проб'ю за те, що ти робиш в моїй кімнаті водиш зброд. Я прийду і в твоїй кімнаті бордиюсь, ну так як ти устроїв мої будинки, курити, що? Я мій телевізор, приставку ганяйте, продаю ненормальний дивлячий. Скільки це років назад було? Це вона тільки відео побачила? Да. Вона вже... Це на твоє день народження. Да. За твій день народження. Да. Короче, сестра увидела мое видео двухлетней давности или больше. И читайте сами. Я тебя убью, что ты делаешь. Водишь сброд в мою комнату. Я приеду и в твоей комнате бордель устрою, так как ты устроил моей. Буду пить, курить, ты шо хуй? А чего видно по-российски вдруг? Мне телевизор, приставку гонять. Ты придурок ненормальный, иди лечись. Ты хуя? Она там в бешенстве, наверное, сейчас. Она просто в бешенстве. Да, она же может побачить не тільки це видео. Окей, ще. Больно. На, блядь! Не бив! Тихайте нахуй по коню, блядь! Ти зараз нахуй з розхвати, блядь, буду бить, блядь! Все, що я хочу! Не ламай двері, ти ж їх не купиш. Я тобі, блядь, коплю, буде мені, сука, блядь, коплю. Ти падла! Що робиш? Ну, бо ти голову зникала. На, сука! Больно. На, блядь! Не бив! Ти в тій хаті, нахуй, похороню, блядь! Я буду, блядь, в очереді стояти. Я буду, щоб мене воно ходило знімало. Нахуя воно мені? Яке він взагалі має право ходить мене знімати, я не можу понять. Яке він має право мене знімати, я не можу понять. Спитай в мене, не в мамки. Ти не маєш права мене знімати, падло ти. Сука ти, дебільна. Не бийся, чуєш? Не приміняй фізичну. Знімає, блядь. Ти зараз нахуй що з хати, блядь, буду пить, блядь. Чого ти до мамки лізеш? До мене ліз. Ти, падло, маєш право мене знімати? Є якесь таке право? Я себе знімаю. Падло, є право, блядь! Я себе... Що кричитеся? Вона... Може міліцію визвати? Вона... Я зараз визвою, вона я фізично... в твоїй хаті, блядь! Вона фізично... Я не буду годину під ванною стояти! Не приміняй фізичну силу! Я говорю, туалет! Ти не поняла одне з другим, чи ні? Боже, успокойся, ради Бога. Ти мені спеціально накидав, я... сука, я... ти! Фу! Бля. Алло? Алло? Дурок,
кончили. А скільки в тебе відосів з нею на заставці? Ну так там, ну що, типа, це. Да, ну чай, як вона тут лупарила тебе ногами. Це вже все, мені походу виселяється до допомоги. Ми, хто не знає, моя сестра уїхала в Польщу і. Короче, я чувствую, что она может купить билет, кинуть работу и завтра приехать завтра. Она уже в дороге. Что ей написать? Отписать ей что-то, чи нет? А что ты тут всех в ее комнату реально повев? Ну, так мы дивили на приставці, что играли. Телек только там был. Я не знаю, что ты. Просто телевизор был только в ее комнате, мы играли на приставке, но мы там не устраивали бордель. Написать так? Извините. Да ну, любишь, я говорю, ну шо уже. Че, звездишь? Валюсь по деснам. Наркоман. Всім привіт. Мене звати Міша, і сьогодні в мене день народження. Слава Україні вам! Воно пече, звісно, ну, яка разниця? Ну, можна пече? Но у меня есть еще время, чтобы снять квартиру месяца три. Ну, денег нет, но есть время насобирать деньги и убежать отсюда, пока она действительно не убила схватить меня. Компьютер. Да, схватить компьютер. Она сейчас тут не выпустится. Она мне разобьет этот компьютер, плазму. Она просто ни за чего мой iPod Shuffle в стенку бросила. Сломала, потому что он в ее телевизоре заряжался просто. Взбесилась, потому что я без разрешения заряжал ее телевизор и iPod, и разбила мне. А что будет за это просто капец. В общем, моя сестра врывается в YouTube. Теперь уже, если так далеко зашли, можно снимать пранки всякие с ней. И, короче, бесить ее. Ну, потом платить ей деньги. И опять бесить. Я очень люблю Таню. И она очень хорошая девочка. Но она очень ленивая. Потому что, смотрите, она спит. И даже просто не поправила. Не включай світло, да? Ти просто не хоч би поправила, ти злягла спати? Скомкану просто. Вчора так було і сьогодні. Я не співаю поправити, бо ти вже спиш, я лягаю до тебе. Ну, я не планую засипувати. Ну ладно, спи як я. Тільки мені буде неудобно. Нос задыхал. Я аж начал дышать носом. Свежий воздух. Добрая грудка. Про машины нема. Нет смысла мне смотреть с машинами видео. Потому что у меня никогда не было машины играть. Алло. Алло, привет, Санек. Да. Что ты там? Ничего ты не скажешь, что сегодня дождь будет. Не, я просто Саня не бог. Я не бог. Я так забув, ти вчора казав, коли деньги мають тут, бо мені не хватить денег. Поняв, надо гривень 200 машину взяти, бо бус надо буде брати. Я поняв, я хочу, щоб купити цю всю херню, типу, із-за чого машина надо, ну, не таксі, бо таксі це 200 гривень, ну, по-любому вийде, поняв? Бо 100 гривень завести, 100 гривень назад. Я хочу, поняв, типу, привезти. Привезуть, бо це, ну, десь до хіра, десь до 300 гривень це все вийде, типу, поліетиленці, поняв? Ага. Там 10 гривень. І щоб зразу, ну, типу, привезуть, і зразу його загрузити, завести в даті, вернуть деньги. Ага, типу так? Ну, нормальна система. В мене його назад машину закинуть, завести, типу, в даті, і, вважай, ну,
хотя бы гривень там 100 потерять, типа, понял. В тебе було півроку, щоб підготуватись до бекфліпа. Кава, ти ще шукаєш коробки. Саня, чого так довго? Просто скажи ти, чого так довго? Щоб я не за тебе не говорив. Де я хіро, будь героєм, Саня. Що, будеш героєм бекфліп, коли? Коли 10 тисяч підписчиків? Коли 10 тисяч офіційно заявляю, що я просто без ніякої підготовки, без нічого, тупо зроблю бекфліп. Попитаюсь. Попитаюся від землі. Щоб я не за тебе не говорив. Резко-резко набрались подписчики. Як ви думали, время є, а тут времени немає, треба все тупо з гарячки робити. Ну, коротше, ладно, то що, завтра десь це буде, чи коли? Та, щоб погода зачепився, ти насчет машини пробуй. Понадо, геть-геть, надо буде. Хоча б якийсь такий, типу, пирожок, фургончик. Ладно, я тобі просто деньги дам, ти там таксі візьмеш. Типу, дай все. Бо таксі дорого. 100 гривень туди, 100 назад. Ну, хорошо. Ладно, тоді. Добре, спишемося ще, давай. У Артема было всего 2 дня подготовиться до... Ну, я Артему позвонил на 4000 подписчиков, сказал, Артем, приезжай, у меня 5000, он на следующий день выехал. А Саня полгода, за полгода был уведомлен, что ему нужно... Ну, он сам захотел делать флип. И вот он тянет, коробки ищет, еще что-то. А я говорил сразу, давай, потому что скоро 10 тысяч. Вот так вот. Так что извините за задержку видео. Но мы делаем все, не от меня зависит, а я делаю все как можно быстрее. Писал вот. Welcome to the Tirsa. Ну да, тут работа є, тут кожен рік таке. А ти думав, тут все ідеально буде? З прошлого года осталось? Тут работать надо, щоб все було ідеально. Можеш їхати.